Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях експерт в сфері медицини Дмитро Потуркін. Вітаю вас. Добрий день. Ну і перше питання, яке хвилює, я думаю, що безліч людей, реально десятки тисяч, це наші медики, яких поставили дуже скрутні умови. І якраз поставили їх тарифами НСЗУ, Національної служби здоров'я. Розкажіть мені, яким чином все ж таки оці тарифи можуть існувати у нас в Україні, і щоб у нас в Україні ще не існувало корупції у сфері медицини? Тобто, як от пов'язані тарифи НСЗУ з корупцією, з вашої точки зору? Ну, помните, первый раз мы с вами встречались, когда мы говорили о, еще до 1 апреля, до того, как будет внедрен второй этап реформы, говорили о возможных последствиях, негативных последствиях. Сейчас мы уже этого внедрения. Сейчас мы можем говорить уже о результате. Потому что мы имеем первый месяц, оконченный первый месяц финансирования по новому принципу. Потому что на самом деле то, что внедряется и называется медреформа, это не медреформа. Медреформа – это некий комплекс мероприятий, который предусматривает изменение системы здравоохранения целиком. То, что внедряется, это называется реформа системы финансирования. По-русски это перераспределение финансирования системы здравоохранения нашей страны. Mm-hmm. Просто был один принцип финансирования, сейчас будет другой принцип финансирования, не меняя государственные модели. Вот это, поэтому это очень упрощенно. И в рамках вот этого изменения финансирования были сделаны тарифы. Методика расчета тарифов никто не знает какая. Мы в прошлый раз с вами говорили, что тарифы точно не будут экономически обоснованы, потому что денег нет. И у нас существуют как бы две составляющие. С одной стороны, у нас есть государственная система здравоохранения, только государственная. С другой стороны, по реформе, которую внедрили, единственным источником финансирования здравоохранения есть бюджет. В законе нет варианта сооплаты или других вариантов дополнительного финансирования здравоохранения, хотя бы в виде обязательного медицинского страхования. Бюджета у нас не хватает, бюджет у нас всего лишь меньше 3% ВВП, хотя ВОЗ говорит, что система здравоохранения хоть как-то может работать при 7 и более процентов ВВП на здравоохранение. Uh-huh. То есть мы получаем половину от минимального необходимого. И вот, но при этом у нас есть 49-я статья Конституции, которая обеспечивает всеобщее, обязательное, бесплатное, безоплатное медицинское обеспечение. И uh-huh. вот мы имеем необходимость всеобщего обеспечения на треть необходимых денег. Что мы получаем? В три раза меньшие тарифы. Ну, все же очень просто. То есть тарифы делались, никто не знает, как они делались. Это самая большая тайна НСЗУ. НСЗУ никогда никому не ответит, по какой же методике они считали тарифы. Uh-huh. Но понимают, что тарифы считались от имеющегося финансирования. То есть не исходя из себестоимости оказания той или иной услуги, а исходя из имеющегося финансирования и той медицинской статистики по случаям заболевания за прошлые года, которая есть. Вот, mm-hmm. вот так мы получили вот эти необоснованные тарифы. Это одна составляющая, экономически необоснованные тарифы. Вторая составляющая, тарифы очень... Вот, маленькая ремарка. Вот один из очень таких примеров, которые любят рассказывать, показывать сейчас, что тариф за консультацию врача 49 гривен. Специализированную консультацию врача в поликлинике или в больнице, специалиста, 49 гривен. Ну, точнее так, тариф за готовность оказания 100 консультаций 4900 гривен. Угу. Как НСЗУ это объясняет? Оно объясняет, что у нас есть неправильная медицинская статистика, которая несколько раз завышена. Они просто взяли количество денег, которое выделяется на это направление, и поделили на количество консультаций, которые записаны по нашей медстатистике, оказанных в 2018 году. Mm-hmm. Вот они получили 49 гривен. Тобто, якщо перевести на людську мову, ми будемо мати ситуацію, коли пацієнт приходить до лікарні, лікар каже, що по тарифу НСЗУ на вас виділили, на ваш, умовно, якусь важку хворобу, там, інсульт, наприклад, нас виділили там 10 тисяч гривень, щоб його вилікувати, ну, реально, необхідно 100 тисяч. Ну, я умовно.
Нет, можем сразу говорить. Я умовно. І, тариф в три раза больше. Таким чином, фактично, лікар зобов'язаний, якщо він хоче врятувати життя пацієнту, витребувати ці гроші якимось чином з пацієнта, чи як? Звісно, получає. Ну, от ми зараз, ви сразу одну річ сказали, корупція, да? Ви сказали, що низькі тарифи стимулюють корупцію. Тарифы, низкие тарифы не стимулируют коррупцию. Коррупцию может стимулировать низкая зарплата, которая заложена в эти тарифы. Но даже при той низкой зарплате, которая заложена, тарифы не покрывают 100% расходов, которые необходимы для лечения данного пациента. Но это же не коррупция. Когда вы вынуждены доплачивать, это, пациент вынужден заплачивать за свое медицинское обеспечение, за ту медицинскую услугу, которую ему дали дополнительно медицинскому учреждению. Это же не коррупция. Он же не платит взятку врачу. Он вынужден заплатить за лекарства и за медизделия, которые он же потом использует в рамках оказания помощи себе. Тобто, якщо я правильно розумію, у лікаря, якщо до нього йде пацієнт з важкою хворобою, яка може спричинити смерть, є два варіанти. Доплатити цьому пацієнту зі своїх коштів, що не вистачає, чи взяти ці кошти з пацієнтів і закрити саме от... Лечення цього ж пацієнта, да. А як це? При этом, это так практика в настоящее время и есть. Ведь и в прошлом году, и в позапрошлом году уже исторически сложилось так, что у нас есть благотворительные взносы в больнице, и пациенты платят за медицину. Наше государство, хотя у него в Конституции есть социальное обязательство обеспечить безоплатное медицинское обеспечение, давно не выделяет денег, необходимых для фактического выполнения данного социального обязательства. Например, по 2019 году 120 миллиардов, 113 миллиардов было выделено на здравоохранение из государства, а люди заплатили из своих карманов только официально 167 миллиардов. Угу. То есть у нас в настоящее время 70% системы здравоохранения финансируются за счет денег пациентов. И, наверное, каждый, кто сталкивался с... Это в 2019 году. Это в 2019 году. Ну, мы имеем статистику полностью 2019 года. Суть реформы медицинской, чтобы на 70, там, 95, чи як? Суть реформы в том, что должна была быть. Что они, например, легализуют эти 70% и делают их официальными. Это была бы реформа. Да? Угу. Но при этом они этого не сделали. Ну, и теперь получается, статья Конституции, людям... Куда же треба едити? На самом деле можно. Есть решение Конституционного суда, что обязательное медицинское страхование является одной из форм выполнения социального обязательства государства по 49 статье. Угу. То есть если вам государство определило систему, когда оно собирает страховой фонд обязательно и направляет эти деньги на обеспечение вашего безоплатной медицинской помощи, это тоже подходит выполнению 49 статьи. А почему держава тогда не идет по этому шляху и не використовує цю лазейку? Давайте это попозже, да? То есть все-таки будем постепенно. Так вот, получается ситуация, хотел бы четко разделить, это не коррупция, когда врач говорит, я не могу вам, из-за того, что государство оплатило за вас мало, я не могу вам обеспечить медицинское обеспечение полностью, поэтому, извините, вы должны доплатить. Это не коррупция. Но это вынужденная мера для того, чтобы человек получил медицинскую помощь. Но проблема в том, что государство последние 3 года, внедряя медицинскую реформу, на каждом углу говорило, что как только заработает программа медицинских гарантий, вы ни за что платить не будете. И вот сейчас получается ситуация, когда государство поставило медиков и пациентов, сформировало конфликт. Медики и пациенты. Пациенты думают, что им должны оказывать все бесплатно. Медики пытаются объяснить, что денег нет. Мы должны оказать, но на вас не заплатили столько, чтобы мы оказали. Доплатите. Пациенты начинают возмущаться. Пациенты начинают возмущаться. Появляются расследования о том, что формируют, что деньги с пациентов берутся. Включаются журналисты. И врач получается крайний в этой ситуации. Но крайний же не врач. Крайний государство, которое создало такие условия, при которых врач вынужден просить пациента доплатить деньги. Mm-hmm. Вот в чем ситуация. И тот социальный конфликт, который государство спровоцировало неправильными действиями по изменению системы финансирования. Я так розумію, декілька місяців, і ми будемо бачити його кожен день в дуже такому великій кількості цих конфліктів, тому що це ж по всій Україні ця ситуація буде зараз набирати оберти. Правильно розумію? Ми з вами коли-то говорили о Херсонському.
скандале, который был в Херсоне, в роддоме. Мы говорили, сейчас уже есть скандал в Харькове. Сейчас постоянно начинают выскакивать вот эти медийные скандалы, где врачи, к сожалению, выставляются агрессорами, которые там оббирают пациентов. Но это абсолютно неправильно. А еще один, кстати, очень такой нюанс по тарифам, очень важный. Тарифы слишком укрупнили. Не без нюансов оказания той или иной медицинской услуги. Вот как раз херсонский случай в роддоме. Понимаете, что за роды дали один тариф. 8 тысяч гривен, 800 стоят роды. Независимо от сложности родов, все равно эти роды естественные. Или у нас какая-то патология при родах, и у нас осложненные роды. Кесарево сечение или другие патологии. Стоимость, как вы понимаете, стоимость оказания медицинской услуги в одном случае, в другом случае может отличаться в разы. Тариф один на всех. И что получается? Вот что получилось в Херсоне? Там были сложные роды, недоношенный ребенок. Государство заплатило этому роддому, этой областной больнице, родильному отделению областной больницы, только за простой случай. Естественно, что врачи сказали, извините, в рамках этого тарифа нет шовного материала, который нужен при кесаревом сечении. Того. Так, первое. И дали пациентке первый счет. Потом педиатр сказал, что извините, но для того, чтобы содержать недоношенного ребенка, стабилизировать и выходить недоношенного ребенка, тоже тарифа нет. Поэтому вы должны, вот вам второй чек, вот вам вторая сметочка, вот купить вот это для вашего недоношенного ребенка, у которого чуть больше килограмма веса. А пациентку это возмутило. А еще есть питание, иди до НСЗУ. А никто этого не сказал, потому что врачи такого не скажут. Они лицом к лицу перед пациентом в ситуации стресса для пациента. В данном случае мама роженица, которой необходимо рожать сейчас, в настоящее время, и у которой ребенок должен сразу же получить медицинскую помощь. Вот же в чем ужас, понимаете? Mm-hmm. То есть, сделав общий тариф, они, получается, как бы убили возможность оказания другого, более дорогостоящего вида помощи. НСЗУ говорила как? Они сказали, если мы делаем несколько тарифов, то все будут писать кесарево. Mm-hmm. Может быть, это и правильно, но они сделали один тариф. И теперь никому не пишут кесарево, даже в том случае, если это по показаниям необходимо. Это же дорого. Давайте мы всех так попробуем провести. Это первое. А еще второе. НСЗУ говорит, что 8 тысяч гривен тарифа на роды есть 7-10% рисковых случаев на патологические роды. Но это, знаете, это средняя температура по палате. Средняя температура по палате 36,6, да, у кого-то 40, а у кого-то комнатная. Его надо в морг переправлять, а среднее все в порядке. Так и тут получается ситуация какая? Есть обычные роддома, где определенный процент патологии, определенный процент природных родов есть. Но есть же высокоспециализированные медицинские центры, которые занимаются патологией, перинатальные центры. Вы занимаетесь ситуацией с центром перинатальной и репродуктивной медицины в Киеве. Вы в курсе ситуации. Та же самая ситуация, отсутствие тарифов. Почему? Потому что у них нет естественных родов. Они высокоспециализированная медицинская помощь, которая занимается патологиями. К ним направляются патологии. Какие 7% на патологию, если у них 70% патологии? Значит, тариф не хватает. Что получается? Банкротство медицинского учреждения. Вот угу. Мы уже вот на одном тарифе можно... Основная суть этой медреформы – банкротство медичной установы. Основная суть реформы – экономия денег. Экономия, бюджетных денег. А теперь мы приходим к все-таки к первому вопросу. Почему мы не можем внедрить нормальную систему обязательного медицинского страхования, которую внедрили все? Уникальная ситуация в том, что все страны, которые переходили от бюджетной модели, принятой в Советском Союзе, здравоохранения, к модели контрактизации медицинских услуг, то есть оплаты медицинских услуг по контракту. Это все постсоветские страны, это все страны Восточной Европы, это бывшие республики Советского Союза, Молдова, республики Прибалтики, Россия, Казахстан, все. Они переходили через систему обязательного медицинского страхования с дополнительным собираемым платежом из зарплаты, который платит или работодатель, или работник. А мы такие одни, которые решили это делать без дополнительного социального платежа, который, собственно, формировал бы систему доходы, которые необходимо было тратить на здравоохранение. Вот я вам скажу,
что на самом деле это, вот именно это и есть элемент нашего внешнего управления. Потому что наши кредиторы против того, что в настоящее время увеличится нагрузка на бюджет. Или же будут введены дополнительные социальные налоги. Это же вы увидите и в последнем документе, подписанном с Мировым банком. Тут МВФ и... Ну, тут опять же не МВФ, там больше, тут больше частные кредиторы. Угу. Тобто вони проти того, щоб люди сплачували собі на охорону здоров'я. Вони проти того, щоб государство ввело дополнительні налоги, увеличило і уменьшило свої можливості по оплаті боргів. Угу. Ну, вони кредитори, вони хочуть возврата боргів. Долги ще сформовані. Вот, на самом деле, всі говорять МВФ, але наші долги в основному, основний пул боргів, це частні долги, які сформовані ще під євро 2012. Это мы еще до сих пор выплачиваем. Это те долги, которые мы взяли под евро, потом не смогли выплатить в 2014-2015 году, когда должны были выплатить. Их реструктуризировали, и вот мы сейчас их пытаемся выплачивать. То есть то, что мы не имеем нормальной системы здравоохранения, и мы не можем ее построить, это во многом благодаря позиции наших кредиторов, которые сначала говорят, ребята, сначала деньги отдайте. А потом создавати соціальне государство. А інше таке питання. А от щодо індексації, якщо ми бачимо тарифи НСЗУ, є у нас все ж таки інфляція по гривні, і там задумалися за те, що з кожним роком буде інфляція по гривні, по валютам, і все ж таки, якщо буде стрибки ціни, якісь товари, які потрібно купувати за валюту, тобто якимось чином там це продумали чи ні? Понимаете, проблема в том, нет, с одной стороны, законом про финансовые гарантии медицинского обслуживания населения, который, собственно, внедряет эту систему, там сказано, что каждый год делается программа медицинских гарантий на год, ну, программа гарантии медицинского обеспечения или программа медицинских гарантий, проще говоря, да, на конкретный год, куда формируются тарифы, которые рассчитываются на конкретный год. То есть идеология правильная, что программа медгарантии формируется по данным прошлого года на следующий год, то есть туда должны входить все изменения экономической ситуации в стране. Но проблема же в другом. В законе было прописано, что на программу медгарантии дается 5% ВВП. В законе было написано, что тариф рассчитывается, исходя из заработной платы врачей, 250% от средней заработной платы в стране, на июль месяц предыдущего года. Замечательно, правда? Но только эти положения, например, законом о бюджете на 2020 год, были нивелированы. То есть он их проигнорировал? Да, они их полностью проигнорировали. И на программу медгарантии в этом году дано 1,7% ВВП. 5% – 1,7%. Если бы они дали 5% ВВП, то хватило бы денег и на нормальные тарифы, и на практически полностью безоплатное медицинское обеспечение. Угу. Ну, это тогда бы было 150 миллиардов. Я так розумію, ще Гончарук за це повинен відповідати. Ну, це ні. Перевищення його службових повноважень. У кожної проблеми є ж фамілія, ім'я та по батькові. Бюджет у нас формирует Міністерство фінансів. Хоча всі розказують, що за бюджет голосують депутати, і що це прерогатива Верховного Совету. Но реально бюджет формирует Министерство финансов. И бюджет, конечно же, формируется с очень большим лагом. То есть вы понимаете, для того, чтобы принимать бюджет в сентябре, начать принять бюджет, его в черне верстают в мае. То есть апрель-май, начало бюджетного периода. Mm-hmm. То есть для бюджета 2020 года верстали в апреле-мае 2019. Mm-hmm. Тогда это Маркарова. Это, ну, тогда еще не было ни Гончарука, тогда еще не было правительства «Слуг народа». Это все еще... Тобто, я так розумію, що ще ці чиновники Гройсман, Порошенка... Правительство Гройсмана, це Супрум, це правительство факти... Гройсмана, Порошенка, ага. Це все тут. Тобто це така міна закладена просто... під уряд Зеленського, чи як? Просто на правительстві Зеленського должны были сказать правду людям. То есть придя в сентябре, правительство, профильный комитет Верховной Рады здравоохранения. Это наш пан Радуцкий, так? Да, должны были просто выйти и сказать, господа, вот та реформа,
которую предлагали, она не обеспечена финансами. Поэтому или же у нас будет 30% бесплатного здравоохранения, все остальное за ваши деньги, или же давайте другую систему финансирования здравоохранения. Это правда. Почему? Потому что мы копировали Beveridge, это британскую модель. Когда британскую модель внедряли в конце 40-х, там было финансирование 400 чем-то долларов на человека. Это было уже давно, и 40 долларов. Ну, 400 долларов, а у нас сейчас короче. Финансирование 130. Понятно, да? То есть она финансово не обеспечена. Надо было выйти и сказать, ребята, не обеспечена. Причем британцы обеспечили ее национализацией базовых отраслей промышленности. Когда британцы строили социальное государство с минимальной безработицей, вся эта модель ориентировалась на национализацию и формирование за счет национализации денег на систему социального обеспечения, который представляло государство всем работающим. Тобто, я так розумію, пан Радуцький, він свідомо ігнорував усі проблеми медицини, і зараз ми маємо те, що маємо. Нам розказує тепер Зеленський, що це не реформа, що сам себе критикує і розказує, що в принципі це ж ми ж не можемо виганяти лікарів і розказувати, що це все для здоров'я громадян України. Тобто він багато чого розказує, але ми бачимо, що та людина, я так розумію, Радуцький, який повинен за це конкретно відповідати, та міністри охорони здоров'я, які дуже часто змінюються, вони теоретично повинні були цю проблему підійняти хоча б на рівень суспільного обговорення. Чи я не правий? Ну, смотрите, на самом деле, мне кажется, это не игнорирование, это просто отсутствие политической воли. Сказать такое, вот, сказать в нашей стране, что все, что делалось до этого, неправильно. Все, что, во что вложили деньги наши спонсоры, представители технической помощи, а в систему здравоохранения вложено приблизительно 950-970 миллионов долларов технической помощи с 2014 года, сказать послам всех государств, бюджет, из бюджетов которых эта техническая помощь вложена, что вы вложили в фикцию, нужна очень большая политическая воля и смелость. Согласитесь. Это практически выйти перед послами Большой Семерки и сказать, ребята, вы все время финансировали фигню. Это внедрить нельзя, надо сделать совсем другое. А они должны будут это сказать своему правительству, которое должно будет сказать, что вот эти все деньги, практически миллиард, оно взяло из своих бюджетов и дало на фиксу в маленькой стране Украины. Понимаете? Это очень большая политическая ответственность. Поэтому так, ситуация действительно важка. Радуцкий и та команда, которая пришла с ним в виде министра и их замов, конечно же, этой политической смелости не обладала. Но заметьте, сейчас эту политическую смелость демонстрирует нынешний министр. Ну, це, до речі, он же вышел и сказал. Але все ж таки, так. Він не сказав, що відміняти реформу, але він сказав, що ми будемо вносити корективи, ну, все ж таки, зберігати наші тарифи лікарні. Він сказав, денег нет на эту реформу, тарифы нереалистичные, будут закрываться клиники. Надо, необходимо срочно поменять тарифы для сохранения стабильности. Он это полностью сказал. Просто, понимаете, сказать отменить реформу, вот что такое отменить реформу? Казалось бы, просто, да, у нас есть базовые законы о финансовых гарантиях медицинского обеспечения, а давайте, который, вот, собственно говоря, запустил, да, с 1 апреля этот механизм финансирования. Уже было несколько законопроектов в Раде, или отменить этот закон, или перенести, например, финансирование специализированной помощи там, с 1 апреля на 1 сентября. Но это невозможно. Это теоретически невозможно. Почему? Потому что это же не отмена одной законодательной нормы. То есть необходимо, получается, сейчас поменять бюджетный кодекс, поменять бюджет, потому что надо забрать деньги из программы НСЗУ, которая по договорам платится, и отдать его, например, на субвенцию, которая будет платиться через местные бюджеты на эти медицинские учреждения. Да, найти дополнительное финансирование, поменять просто кипы уже подзаконных актов, которые несколько лет писались. Порядок использования денег, тарифы, постановы по тарифам, постановы по заключениям договоров. И главное, заключено 1700 договоров с медицинскими учреждениями. Завтра надо разорвать 1700 договоров и заключить новые. Вы же понимаете, что так просто никто, люди уже
ориентируются, это хозяйственные субъекты, независимые предприятия. Они же не бюджетные, они предприятия. Друзья, они будут пытания. Еще и в суды пойдут, правильно? Теперь мають право. Да, и вот теперь получается ситуация, что вот так вот взять и отменить ничего нельзя. Потому что поэтому единственный выход, который есть для того, чтобы что-то сделать, сохранить целостность медицинской системы и при этом не сделать коллапса финансирования завтра, это пересмотреть тарифы, вот несправедливость в тарифах, обеспечить все-таки дополнительное финансирование, хотя бы в пределах 15-20 миллиардов, на через, систему медицинских учреждений. Не через НСЗУ, а через, НСЗУ. Через НСЗУ. Да. Есть только единственный механизм, работающий сейчас, представление получения денег медицинскими учреждениями. Это по договорам с НСЗУ. Местные бюджеты могут или сформировать дополнительные программы медицинских гарантий, или поддерживать функционирование медицинских учреждений путем покупки им чего-то в виде... Или же там, программы местных стимулов. Местные доплаты и так далее, и тому подобное персоналу. Все. Бюджетный кодекс запрещает коммунальным предприятиям, которые находятся в собственности советов, полностью финансировать эти предприятия на содержание. А есть такая ситуация... И вот дурацкая ситуация как раз сложилась. То есть только через НСЗУ. Министр абсолютно прав. Единственный механизм добавить деньги – это работать через уже существующий механизм. Потом выдохнуть и в сентябре начать думать, как финансировать здравоохранение в следующем году. Но этот бюджетный год по-другому уже не закончится. А если анализировать ситуацию, которая склалася с центром микрохирургии ока, для них просто НСЗУ не зробило тарифы. Тому, якщо немає тарифів, не можна заключити договор з НСЗУ. Яким чином тоді цим лікарням цей договір заключати, якщо просто на них немає тарифів? Чому от НСЗУ не прописало тарифи для певних високоспеціалізованих лікарень? Це саботаж, це якимось чином боротьба з конкурентами та гра на руку, наприклад, комерційним клінікам? Тобто, з вашої точки зору, що це? Чому немає тарифів? Там очень... сложная проблема, на самом деле, которая вот это зеркало, такое кривое зеркало реформы в ситуации центра микрохирургии. Мы видим там просто пласт несостыковок в законодательстве, каких-то коллизий правовых и низких тарифов. Это только один из элементов. Мы вначале сказали, что тарифы они не только низкие. И вот нельзя неправильно сказать, что нет тарифов для данной медицинской помощи. Нет экономически обоснованных тарифов для данной медицинской помощи. Потому что есть тариф на офтальмологию, на операцию, да, 2000 с чем-то гривен. Угу. То есть они просто сделали усредненный тариф. Опять же, ситуация в том, что тарифы упрощенные. На все виды офтальмологических услуг, на все операции офтальмологические есть один тариф. Угу. 2000 там, 100 с чем-то гривен. Угу. Независимо от сложности. И важкие операции потребуют. Поэтому сложные операции, которые делаются в высокоспециализированных центрах, имеют себестоимость в 3-4 раза большую. Ну, такая ситуация, как с иногда в 10 раз больше. По репродуктивной да, медицине. Вот и все. Вот отсюда и нет тарифов. Тариф формально он есть. А фактически, если медицинский центр начнет работать по таким тарифам, то он не сможет оказывать медицинскую помощь населению. Если сейчас, например, для того же центра микрохирургии иногородние оплачивали лечение, поскольку это киевский центр, и он финансирует только для киевлян бюджет, через наспецфонд хоть как-то покрывали низкое бюджетное финансирование там медицинского учреждения, то с переходом на НСЗУ, когда за всех платят по три раза ниже, чем экономические тарифы, НСЗУ уже невозможно взять деньги с пациента, как вы уже поняли, официально. И получается банкротство медицинских учреждений. То есть вот это первая составляющая. Теперь вторая составляющая – это страшная проблема, на самом деле, этого медицинского учреждения. Где же коллизия правовая? А правовая коллизия в том, что все рассказы о том, что НСЗУ создает равные условия для всех медицинских учреждений – это немножко рассказы. Это бла-бла, знаете, такое. Почему? Потому что, а как оказывается, есть постановление 391, которое определяет критерии к надавчам медичных послуг, к организациям, оказывающим медицинские услуги, которые могут заключить договора на медицинское обслуживание населения с НСЗУ. И там написано, что могут заключать все, кто имеет лицензию, кроме бюджетных учреждений. То есть, вот взяли бюджетные учреждения, лишили возможности заключать договор
СНСЗУ. Почему так было сделано? Метод кнута и пряника. Когда делали автономизацию медицинских учреждений в профильном законопроекте 2002, указали, нет обязательности от автономизации. Сказали, они могут переходить. Для того, чтобы стимулировать переход, был льготный период перехода из бюджетных учреждений в предприятия. Но реформаторам этого было мало. Им надо было всех быстро загнать. Поэтому придумали жесткий кнут. Кто не автономизировался, денег не получит. Но при этом это же абсолютно неравные условия. А еще все же еще одна, и теперь вторая, и теперь еще одна коллизия. Понимаете, это же вот просто говорю, пласты коллизий. Есть закон о основах законодательства с охраной здоровья. Это базовый закон, по которому существует система здравоохранения в этой стране. В этом законе есть очень четкая норма, какую организационную форму могут иметь медицинские учреждения коммунальной собственности. Там четко написано, медицинские учреждения коммунальной собственности могут быть или некоммерческими предприятиями, или бюджетными учреждениями. Две равные формы, организационные формы функционирования медицинского учреждения. А теперь получается, он законно функционирует, центр микрохирургии, как бюджетное учреждение. Но договор с НСЗУ мы заключить не можем, потому что постановление запрещает. А финансировать Киев его напрямую отказывается, потому что вступили изменения в бюджетный кодекс 1 апреля, которые, собственно говоря, текущее финансирование бюджетных учреждений убрали с местных бюджетов, возможность текущего финансирования, да? А типа переложили с НСЗУ. Это спорная на самом деле аргументация, но это аргументация, которая есть у практически всех местных органов власти, когда они сейчас отказывают медицинским учреждениям в дополнительном финансировании. И вот мы получили, медицинское учреждение имеет право функционировать по закону, а финансировать его никто не хочет. И все говорят, что они незаконно не могут его финансировать абсолютно на законных основаниях. Вот вам правовая коллизия. То есть как низкие тарифы привели к тому, что у нас есть медицинское учреждение, уникальное, высокоспециализированное, которое может функционировать по закону, но никак не может получить финансирование. Нет одного из субъектов, ни одного из распорядителей бюджетных средств в этой стране. А вот есть еще таке питання, а чому саме приводили в неприбуткові комунальні підприємства всі лікарні? Чому не влаштовувало пані Супрун, що є державні підприємства? Це державні, бюджетні учреждення. Так, так, я просто не розумію логіку. Кому це вигідно з вашої точки зору? Я так розумію, якщо лікарня може стати банкрутом, це для нас, як для громадян, для пацієнтів, це не вигідно, тому що лікарня може закритися. Напрямую банкротство в законі запрещено. Но ви ж розумієте, що таке запрещення банкротства в законі? Це не значить, що можна, нельзя виставляти фінансові требування. Предприятие веде самостоятельную хозяйственную деятельность. С одной стороны, это правильно. Почему? Потому что бюджетное учреждение менее мобильно с точки зрения осуществления хозяйственной деятельности. Оно привязано к бюджетным ставкам, оно привязано к необходимости согласовывать каждый чих в виде изменения в кошторис вытрат своих. Понимаете? Конечно же, предприятие будет более эффективно и более нормально работать. Но это маленький плюсик в больших минусах ситуации. Главный минус для всех, например, для медиков, в том, что когда они бюджетники, они получают мало, но не получают соответствие с бюджетными ставками, с категориями. И зарплата четко прописана в кипе нормативных документов, почему этот человек получает такую-то зарплату. И государство отвечает за долги перед бюджетниками, правда же? Когда вы становитесь сотрудником предприятия, то ваш уровень зарплаты определяет директор предприятия, руководитель. Исходя из существующих экономических возможностей предприятия. И его обмежує лише минимальная заработная плата. Да. И она... Его немножко ограничивает минимальная заработная плата. Вам могут делать полставки, вам могут сделать неполную трудовую занятость, и неполная трудовая занятость, вы будете получать в два раза меньше минимальной заработной платы. Что есть. То есть, это, кстати, ситуация в медицине, потому что младший медперсонал и обслуживающий персонал часто получают меньше минимальной заработной платы. Из-за внедрения неполной занятости. Но это только маленькая-маленькая часть. Это первое. То есть медики теряют. Второе. Государство приобретает еще. Почему? Потому что раньше это у вас бюджетные долги были. Долги перед бюджетниками, которые государство обязано покрывать. Тобто медики фактично сделали
незахищеними. Держава не гарантує їм заробітну плату. Да, в тому числі і місцева влада. Местное самоуправление, теперь вы, раньше оно просто, просто жаловалось и требовало погасить задолженности по зарплате медиков, потому что они бюджетники центральной власти. А сейчас местное самоуправление становится перед выбором, оно должно само погашать эти задолженности. Тобто сотни тысяч медиков, они просто не будут розуміти, что их гарантует заработную плату держава. Потому что зарплата бюджетника защищенная статья расходов бюджета. А оплата медицинской услуги, которую осуществляет НСЗУ на клинику, это не защищенная, это оплата услуги. Вот, то есть государство уже сняло с себя социальную нагрузку по обеспечению устойчивости системы сети медицинских учреждений. Все, раньше это были защищенные статьи. И министр Скалецкая очень хорошо проговорилась в октябре прошлого года, когда у них, а у нас в очередной раз ситуация, у нас каждый год одна и та же ситуация получается, у нас субвенций не хватало на оплату зарплат медикам в регионах. В октябре все заканчивалось, поэтому что делали? Делали перераспределение части медицинской субвенции, делали какие-то из резервного фонда Кабмина передавали деньги и перераспределяли часть медицинской субвенции, которую мы считаем на Крым и Донбасс, и оккупированные территории Донбасса, на медиков всей страны. И закрывали им зарплаты. Это всегда было. И вот в октябре прошлого года на части вопросов к правительству Скалецкая сказала, вот мы сейчас закрыли, это последний раз, когда мы закрыли зарплаты бюджетникам, потому что в следующем году будет новый механизм финансирования, и они уже не будут появляться, эти задолженности, которые надо закрывать государство. Тобто ми вам не будемо нічого винні. Да. То есть на самом деле изменение механизма финансирования сделало то, что государство, по крайней мере центральное, ничего не должно медикам. Теперь как содержать медицинские учреждения, головняк только одних, местной власти. Все. И им теоретично это заборонено делать. По деяким законодательным актам, которые суперечат іншим законодательным актам. Да. Ну вот такая вот ситуация, которую мы имеем, к сожалению. А теперь вы поняли, что главная история – снижение социальной нагрузки на государство для того, чтобы обеспечить платежеспособность нашей страны, достигнута уже. Перед кредиторами платежеспособности. Але давайте все ж таки, як буде ви як експерт, от є вже результати другого етапу медичної реформи, і нас чекає третій етап медичної реформи з 2021 року. Підведіть, будь ласка, підсумки другого етапу медреформи і розкажіть про третій. Повний, знаєте, ми зараз не можемо говорити, звісно, о тому, що ми етап, будемо підводити ітоги другого етапу, все-таки ближе к декабрю. Зараз ми маємо тільки перший місяць. Сейчас мы можем только одно сказать, да, то есть то, что у нас вот уже озвучивал министр. То есть 1700 медицинских учреждений, которые подписала договора с НСЗУ, около 200 медицинских учреждений, которые вообще сейчас висят по стране, которые не знают, куда что финансировать. Из 1700 медицинских учреждений больше 950 получили финансирование меньше 2019 года. Без всяких там индексаций или чего-то еще, да? Но 330 где-то получили финансирование, 50% от финансирования 2019 года. Где-то около 500 получают финансирование немножко больше, ну, больше, чем финансирование 2019 года. Ну, и где-то там 150 получат финансирование, некоторые в несколько раз больше. То есть вот таким перераспределением осуществили. То есть, что главное, маленькие медицинские учреждения, то есть у нас получается полностью заваливается секторально некоторые виды медицинской помощи, это уже можно сейчас говорить сразу, то есть инфекционные во время эпидемии, инфекционные больницы 30-40% от бюджета, в фтизиатрии, противотуберкулезная служба, противотуберкулезные диспансеры 25-35% от бюджета 2019 года. Далее. Психиатрия 25-30% от бюджета 2019 года. И при этом мы должны говорить, то, что мы говорим равно бюджету 2019 года, это на самом деле не равно. Потому что если за бюджет 2019 года медики обязаны были только, это только зарплаты, коммуналка и немножко на лечение, приблизительно там 7% в субвенции тратилось реально на содержание пациентов и на лечение, то теперь по договор с НСЗУ, за эти же деньги надо еще и лечить. То есть, если мы говорим, что это равняется 2019 году, то это без учета выросшей
выросшей минимальной заработной платы, выросших тарифов, необходимости лечения пациентов. То есть, получается, больше половины сети получила реальное финансирование, меньше финансирования 2019 года. Я так розумію, одних пацієнтів лікують за рахунок інших пацієнтів. Да. Тобто когось не лікують, это перераспределение получится именно к тому, что у нас некоторые пациенты, некоторые медицинские учреждения получат профицитное финансирование и возможность лечения. Но из 330 медицинских учреждений около 200 – это маленькие районные больницы. Угу. Средний район – 15-20 тысяч. Умножили 15-20 тысяч населения на 200. И мы будем разуметь, сколько людей будут не мать. И вы будете иметь 4 миллиона, 3-4 миллиона людей, которые не будут иметь доступной медицинской специализированной помощи из-за вот такого перераспределения денег. То есть я еще правильно вас разумею, то есть у нас есть абсолютно меньшесть лікарень, которые отримували, отримают внаслідок цієї реформи більше грошей, значно більше. И у нас есть абсолютно більшість лікарень, которые отримують менше грошей, хтось на 10, хтось на 50, хтось на 70%. І я так розумію, що піар-стратегія реформи Супрун – це показати ось цю меншість лікарів, яким дали більше грошей, і якимось чином заглушити всіх лікарів, яких, по суті, більше. Ну, правильно сказати, це ефективні, а ці працювати не вміють. Ага. Ведь ті, хто працювати вміють, посмотрите на результати. Тобто, по суті, розділити лікарів на поганих і хороших. Так вони вже зробили це. Перший етап медицинської реформи працювався точно по такому ж принципу. Что сделали? Увеличили финансирование семейной медицины. Угу. То есть из всех 150 тысяч врачей, мы имеем там меньше 20 тысяч врачей, это семейники. Угу. Вот этим 20 тысячам увеличили финансирование в 2,6 раза. Угу. И сказали, вот, ребята, а теперь смотрите, у них, естественно, выросли зарплаты, у них, естественно, выросло материальное обеспечение за 2,6 раза увеличение финансирования. И начали разделять. Вот семейник, вот все остальные. Ведь это уже идет с 17-го года, ну, с 18-го года. Угу. Первый этап был построен ровно по такому же принципу. Реформа успешна, потому что, видите, посмотрите, первый этап реформы – семейная медицина. А все остальные потом. Только другой вопрос, да? А можем ли мы всем увеличить 2,6 раз? Не можем. Самая дорогая – это специализированная, а самая дорогая – высокоспециализированная помощь. А теперь мы приходим, собственно говоря, третий этап реформы. То есть мы видим, что сейчас уже на второй этап реформы денег нет. И это уже очень наглядно показывает. Это уже видно и выступлениями медиков, это видно пациентам, которых требуют деньги, дополнительные деньги на лечение. То есть денег на второй этап нет. Третий этап – это еще увеличение чека, высокоспециализированная помощь, это в несколько раз относительно специализированной помощи. Mm-hmm. Это самая наукоемкая, самая высокозатратная часть медицинской помощи. Пока вообще непонятно, откуда брать деньги на этот этап. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что третий этап будет максимально долго тормозиться. Ну, это на самом деле правильно. Да? Давайте сначала потренируемся на кошечках, потом все-таки будем трогать те оставшиеся крупные медицинские центры, где хоть какая-то осталась медицинская технология украинская, где действительно высокоспециализированные врачи. И вы посмотрите даже сейчас, что главными противниками реформы являются именно представители высокоспециализированной медицинской помощи. Но они видят результат на специализированных лекарнях другого этапа. Да. Поэтому Академия наук максимально противится. А что такое высокоспециализированная помощь? По-хорошему, это Институт Академии наук и еще несколько, там, максимум десятков крупных медицинских учреждений, которые так работают. Все. Вы получаете, что третий этап, ну, невозможно вообще без системы страхования, без наличия дополнительного финансирования и без того, что мы наконец-то скажем, что люди должны оплачивать часть медицинских расходов за свой счет и внесем изменения в 49-ю статью Конституции. Невозможно. Реализовать невозможно. Mm-hmm. То есть, говорю, мы максимум можем, реально мы могли финансово потянуть только первый этап реформы. Mm-hmm. Что и было сделано. Просто я так понимаю, что вся реформа, она немножко, если вы заметили, она была очень красиво под выборы. Она синхронизировалась с избирательными процессами в нашей стране.
І... Я так розумію, Порошенко не вів другий етап медреформи, тому що розумів негативні наслідки цієї реформи. Другий етап. Тобто ми реформуємо здравоохранення, а цього потребують наші міжнародні партнери. Но ми робимо той етап, який ми зможемо зробити, а другий етап буде після вже переізбрання президента. Да? А уж після переізбрання він що-небудь вже викрутить, називається. Вот така же була піар-стратегія, вона дуже хорошо була заметна. Так що, да, це та міна, яку Петр Олексійович подарував Зеленському. Да, просто положив, на, дорогой, пользуйся. Тепер твоє рішення. А проблема в тому, що, к сожалению, ті люди, яких Зеленський поставив розбиратися в цій ситуації, не мали політичної волі сказати правду, в тому числі президенту. Но если вы заметили, то они, я так понимаю, получили соответствующую обратную реакцию от президента. Потому что уже есть министр здравоохранения, который, ну, видно, что уже не очень тезисы, его тезисы не идут в унисон с тезисами главы профильного комитета. Ну що ж, будемо все ж таки надіятися на те, що в нас щось зроблять наші можновладці з другим етапом медичної реформи і з руйнівними наслідками цієї реформи. Дякую вам, що були в нашій програмі, у нашій студії. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. У нас сьогодні в гостях був експерт у сфері медицини Дмитро Підтуркін. До зустрічі!